А как переключить на эту колонку, да? Можно, короче. Переключайся, нахер. А как это сделать? Тоже. Кто меня подсадил на скалу, Милан? Хочу это слушать на самом деле. Так, ну что, приступаем к ответам на вопросы. В Москву, конечно же, уже хочется. Ей надо делать Татьянке рокерский мейкап. Так, хорошо. По Дому 2 нет, я не скучаю. Сейчас будем скучать. Зачем такой сильный фильтр? Так выглядишь плохо без него. Вы что, вы меня в жизни увидите? Вы вообще меня не узнаете. Вообще... Поймете, не поймете даже, кто перед вами стоит, понимаете, насколько плохо все в этой ситуации. Если честно, кстати. Вы раскрыли мою тайну, которую я скрываю на протяжении ведения своего инстаграма. Так, давайте что-нибудь адекватненькое. Блин, ну, на самом деле, не хватает мне косухи черной, да, кожаной. Ну и вообще... Прилетай в Сочи. Я вот думаю, я хочу, очень сильно хочу, короче, на ВК-фест в Москву. Но у меня билеты 4-го. Понимаете? Не состыковочка. А ехать в Сочи ради... Да там, да даже, блин, там такие выступают люди, которые вообще, блин, не стоят моего внимания. Нет, я ко всем нормально отношусь, но просто я не фанатею от них. Вот и все, поэтому... Не знаю. Была бы в Москве, конечно, пошла бы, блин. Но я уже не пойду, к сожалению, в этом году. Никак. Магнум предлагает тебя похавать, я иду, бро. Я готов взорвать на тебя большие бабки. Бэйби, мама, скриптонит поставь. Ой, я не смогу вам ничего поставить, потому что это все, что у меня закачано на телефоне. Так вы тоже у 4-го уезжает в Москву? Нет, она не уезжает, она остается. Я готов на тебя взорвать большие бабки, сука, я готов на тебя взорвать большие бабки. Так, а где мои люди-то? Вы что, все Татьянки, что ли? Блин, на самом деле, я так редко начала выходить в прямой эфир, да? Вот так вот, везде нужна стабильность. Насытилась морем. Могу вам сказать, я уже хочу в Москву, конечно же. Я надо в машину водишь. Вожу, но прав нету, понимаете? Но вот уже хочу как раз-таки по приезду начать ходить в автошколу. Чем занимаешься? Вообще по жизни? Или так? Каждый день по-разному, понимаете? Всегда очень все разнообразно. Пацаны текут как тёлки, им нужна прокладка. В том, что просто быть собой. Короче, я не знаю. Мне уже настолько скучно, что я готова сидеть на крыльце в прямом эфире, понимаете? Если честно. Это же погода у нас, вот про погоду хотела рассказать. Погода у нас вообще какая-то нелетная. Сегодня, по крайней мере. Хочу в Москву. Я уж соскучилась по своим тусовочкам, по своему режиму, так сказать. Если это можно так назвать. На тусу в центр. Ой, нет, в Москве дождь сейчас пошел. Я что-то, у меня такое ощущение складывается, что вообще в Москве такое ощущение у меня, не знаю, может, это не так, поправьте меня. Но такое ощущение, вот как я уехала, одни дожди там. Ну, была там неделя жары, там все умирали, но такое ощущение, что постоянно дожди.
Или ладно, что я буду ходить, да? Если он разгол помыл, что мне заламывать волосы? Что на лице? Много всего. Реально. Шампусик или пиво? И, ну, блин, не знаю. Я, кстати, вот уже крепкие алкогольные напитки не могу пить. Да я вообще вот в прошлом году я делала, блин, то, чего вообще нельзя, мне кажется. Но я уже без вредных привычек. Практически. Поэтому все будет. Короче, что я могу? Ни пивко и ни шампусик. Лучше водицы попить 2 литра в день. ВП, ЗОЖ. Ну, походу, старость, что ли, я не знаю, 21 год. Быстро как-то выдохся Бобик, на самом деле. Может, оно и к лучшему. Ян, ты же не работаешь и не учишься, можешь и поучиться вождению, все позже и жизнь изменится. Конечно. О боже, что с лицом? О боже! О боже, какой мужчина! Вы заходите в прямой эфир, у вас такая реакция. О боже, мне так приятно, господи. Вот эмоции — это самое ценное в моих подписчиках, антиподписчиках. Это самое ценное, что может быть. Вообще, в принципе. Пьем все, что горит, понимаете? Пьем все, что горит. Спирт, час-два человек слепнет. Знаете такое? Спирт пьете, час-два человек слепнет. Вначале хорошо шампанское, а потом пиво. Ну, это я не знаю, у кого какие рецепты, если честно. Чего? Нет, без этих. У меня прямой эфир без компании, так сказать. 2 литра в день, и то одному другому не мешает. Какие наши годы? Где твоя мама? Вот мне интересно, эти вопросы один и тот же человек задает, или просто у каждого просто есть этот неотвеченный вопрос? Мне просто всегда стало, ну вот, мне сейчас стало интересно. Это один и тот человек, один и тот же человек пишет, или что? Я просто понять не могу. Егор чем занят? Егор тусуется в своем телефоне. Я схожу с ума, потому что очень скучно. У меня поехала крыша. Я подумала, может вернуться в прошлое, взяться за прошлое или нет. Послать все к чертям и тусоваться сутками напролет. Ну а почему нет? Я шучу. Кто тебя красит волосы? Я отмечала. Как на личном. На личном у меня всегда все круто, но я больше никогда не буду показывать никого, кто появляется. Нахер это нужно? Ну, просто потому, что с моими бывшими потом все встречаются, какие-то малолетки, которые на меня подписаны. Ну, это не про всех, но есть такие. Поэтому неинтересно больше делиться личной жизнью ни с кем. У меня все прекрасно. Мне же даже когда выйду замуж, я кольцо на палец не надену, чтобы ты не знал. Я хочу покрасить волосы, где-то красила, пойду туда. Я отмечала на страничке, посмотрите, у меня это все дело есть в ленте. Немножечко нужно пролистать, конечно. Но я периодично отмечаю своего мастера, кто мне делает окрашивание. Поэтому все в открытом доступе. Ян, тусуюсь, когда я сегодня сейчас. Я быстро потеряла вкус и, как сказать вам, быстро увидела смысл, точнее его отсутствие в этом деле. Яна, расскажи про питание, ешь ли ты после 18 на фигура супер? Спасибо, ну, блин, у меня никогда не было таких жестких ограничений, там есть после 6. Знаете, вот самый крутой рецепт, это когда ты чем-то занят, там, учишься, или работаешь, или там, тусуешься, ну, неважно. Вот когда ты чем-то занят, а не сидишь дома, вот тогда у тебя само по себе это все уходит. Ну, лично у меня так. Может быть, вы на это внимание не обращаете, не заостряете.
Но на самом деле стоит вам чем-то заняться, неважно чем, вышли вы на улицу. Вот просто занимайтесь этим делом и не думайте про еду, и все. Это гарантированно минус там ваш лишний КГ. Так, переключаемся сам. Старая песня, не актуальна уже. Вообще не актуальна, понимаете, это слушать пока что. По настроению как-то все включается у меня, конечно. У меня, понимаю, чтобы вы понимали, вот эта музыка у меня, то, что на телефоне закачана, и закачивала я ее там обычно для монтажа видео, еще что-нибудь такое. Ну, потому что у меня нет подписки, я не знаю, как ее подключить сейчас, чтобы бесплатную музыку слушать. Поэтому не хочется просто в прямом эфире сидеть молча, блин, под звук сверчков или кто-то у меня тут скрипит, блин. Ну, вот так вот. Поэтому кривляемся под старье, так сказать. Вот. И что я хочу вам сказать? Что я вам рассказывала? Короче, меньше ешьте. Ну, блин, я на самом деле немало ем. Это надо регулировать тоже. Забейте. Все будет нормально. Всему свое время. Вот. Не надо торопиться никуда. Это про Дом 2, там-то тебе тоже не особо весело было. Нет, я про Дом 2 вообще не говорила. Я про свое прошлое. Нет. Совершенно не то. Дом 2 это не прошлое, это в том году было. Ну, я вообще. Ты не успел еще стать прошлым. У тебя Голливуд как раз. Нет, у меня AirTouch. Какая красивая, блядь, спасибо большое. Я не могу жить без алкоголя. Ну, вам так кажется, наверное. Можете. Человек все может. Сколько сейчас весишь? Я 63 килограмма, наверное, вот так вот. Планирую до, ну, до приезда в Москву немножечко скинуть там 2 килограмма. И на, у меня же там зал. Вот, и пойду в зал, короче, скину до 60 и аллилуйя. Как не есть после 6, если в 3-6 вечера, непонятно. Вообще, говорят, нужно не есть до сна, там, за 2 часа, что-то такое. Ну, короче, забейте. Просто, ну, перед сном не ешьте, и все. Сколько миллилитров в губах? Я не могу вам ответить на этот вопрос, правда. Я не качала их уже 2 года. У меня свои пухлые губы, блин. Честно, вот, мне кажется, если их сдуть, вы меня все равно будете спрашивать, сколько у меня миллилитров в губах. Потому что это преследовало меня с 15 лет. Потом, когда я немножечко их подкачала, все начали вообще, блин, меня засыпать этими вопросами. То есть, классный трек? У меня он на рингтоне. Хочу сменить, правда. Мало ли, я буду с фараоном общаться, и мне вот будут звонить. И я такая, типа, я фанатка, извини. Я тебе об этом не рассказывала, неловкая ситуация. Как-то мне не до этого было, понимаете, что там 15-16, а потом все ответы в этих про песнях, понимаете, не только в этих, а вообще в принципе, люди же не глупые, которые сочиняют стихи, пишут. Хероту сказала, ну, может быть, извлечете какую-то пользу, совет дня. Совет дня, не гайте слова песни. Если просыпаются в 18 часов, как мне есть после 16. Ну, слушайте, как-то вот так в 6 часов проснуться. Ну, если, конечно, какая-то работа, я не знаю. Яна, ты считаешь себя самой красивой? Честно? Мне кажется, каждый человек себя считает самым красивым. Мне так кажется. Я, может, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что каждый человек считает, что он прав, что он самый красивый, ну, не самый, может быть, но красивый, там, еще с нормальной, здоровой психикой каждый человек
знает свои качества и знает себя от и до. А кто себя считает страшным, когда он красивый или там, блин. Ну, блин, на самом деле это так... Да это так можно философствовать, на самом деле, конечно, не особо это важно. Ну, вообще важно, да. Без смысловой нагрузки. Мой сегодняшний прямой эфир на расслабоне, на чине, мы немножечко просто на разливчике. Поэтому иногда могут, конечно, спутаться мысли, извините меня. На свежем воздухе алкоголь быстро проникает в, там, куда ему надо, короче. Яна Таклёва, спасибо. Меньше есть, а если хочется? А если хочется, ну, блин, если хочется, значит, мало, ну, мало себя чем-то занимаешь, понимаешь? Мне кажется, это от этого идет. Я вот когда чем-то была занята, вот, знаете, это все из-за отсутствия интереса. Вот, допустим, вам интересно что-то в жизни? Неважно, вот кто-то говорит, там, надо влюбиться, надо устроиться на работу, надо пойти учиться, там, эти какие-то экзамены пилить, сдавать, ты вообще забудешь, пройду. На самом деле, нет. Вот когда тебе что-то действительно интересно, к примеру, там, придешь в школу, да, ну, не в школу, просто я не знаю, какая у меня аудитория, к примеру, там, пришла на работу, а у тебя там, блин, твой коллега или там начальник, красавчик, который тебя там подмигивает ежедневно, и ты такая приходишь, думаешь, ёшкин-матрёшкин. Пару козырьков еще осталось до Москвы вообще, а дома меня ждет моя коллекция духов. Я так соскучилась по своим вещам, на самом деле. Вот не почему больше, ну хорошо, почему-то я еще соскучилась, но по своим вещам, конечно же, тоже соскучилась. Поэтому жду не дождусь. Сколько у меня процентов? 23% у меня. Трэш. Ну не беда. Мы же не в тайге, правильно? Powerbank. На крайний случай. Красивый макияж, спасибо. Сейчас губы красивые, спасибо. Узнают ли тебя в топ-сэ? Блин, честно, я... На людей практически не смотрю, не знаю, редко смотрю на людей, поэтому я не знаю. Ну, на меня все смотрят, поэтому мне неловко, типа. Я не знаю, смотрят, потому что они меня узнали, еще по какой причине. Короче, не знаю. Ну, подходит, конечно, бывало такое, когда в город выезжали. Я не выезжаю, вы, как видите, я не в городе, поэтому... Я в основном вот так вот, где-то что-то как-то вот безлюдно отдыхаю, короче. Ну, в городе, конечно, тоже бываю. Зажигаю. Мне кажется, такой трешовый прямой эфир у меня сегодня. Ну, такой, типа, неподготовленный, знаете, вот что-то я такая думала, а что мне еще сделать? Вроде бы, как бы, ничего. Накрасилась, думаю, а что, смывать, что ли? Надо поболтать с вами. Фу. Это еще хуже. Ну, я просто для видосов скачиваю. Я не знаю, мне так... Я уже это не слушаю, понимаете? А придется слушать, потому что нечего больше слушать. Трешня. Мой нос настолько длинный, что могу им отгибать. Я
что сломал твою кровать. Села на ногу, мне не хочется вставать. Стал миллионером, когда дрогнул 3,5. Мой нос настолько длинный, что могу и надевать. Суку, я настолько сильный, что сломал твою кровать. Села на мой фейс, и ей не хочется вставать. Подруга, стал миллионером, когда дрогнул 3,5. Но почему у вас все голоса, как купидрил? Приметил ее пышный зад, дядя словно спятил. Она росла без папы, но теперь я ее батя. Выезжаю в Сумы, сука, где здесь пары команд? Я везу мешки за треки, у меня слад. Прибегаешь в мане, ты трясет своей башкой. Дороги не узнаю, но я суперска проснусь. Знаете, вот каждому прямой эфир похож на предыдущий, потому что одни и те же вопросы, если честно. С пупутем или в губах, куришь ты или нет, что с голосом? У меня такой голос. Ну и т.д. и т.п. Как тебе продали пиво, если расстаться один? Да, я даже не знаю, как мне продали девочке пиво. Вот вообще я не понимаю. Трэш, надо посадить, наверное. Трэш, продали пиво без паспорта еще. Сплю только с малышками, которых я хочу. Ты не доза первого, но я с тебя торчу. Мне нравится твой силуэт, я тебя люблю. Дядя Флекс, Фьючер, Эйкс, Камри, Дэдди, Кэдди, Шаппи. Мой нос настолько длинный, что могу им отъебать. Я настолько сильный, что сломал. А чё это самое-то? Села на нас, и ей не хочется вставать. Стал миллионером, когда дропнул 3,5. Мой нос настолько длинный, что могу им отъебать. Суку, я настолько сильный, что сломал твою кровать. А чё не включается, зрители? Села на мой фейс, и ей не хочется вставать. О, Саш, привет! Знаете, такие типа, всех обнаружил сейчас. Да я помню, блин, знаете, что я вспомнила? Вот. Хочешь сказать мне на ушко вдогонку, шепчите номер. В прошлом году я отрывалась. Кажешься в номере, сука, не думаю, что приму твои отговорки. Я не себя, а все эти скуки, мой директ завален, туда валю. Когда ты отрывалась, я даже не знаю. Все брюки, руки как нужно, то я против крюки. Я молодой, словно Даня Милохин. Мяты для флекса, на флексе нам похер. Я колоритный, как Николай Басков. Ты восхищен? Ну и Ростова, приеду из Туапсе. Красотка поэтому спорит. Ну, спасибо, может быть. Я родилась в Туапсе, сейчас живу в СПБ. Живу СООЙ. Ну все, короче, я поняла. Спасибо, очень приятно. Мы танцуем, папа ждем. Бабкин плейлист скачал, вот у нее точно дрожит. А я не знаю, кстати, надо у нее спросить, откуда она музыку берет. Мне просто интересно, она не знаю даже где. Ютубе что ли набирает? Шансон? Шансон, плейлист, шансон, короче. Плохо слышно из-за музыки. Да ладно, ну что, нормально. Егор выздоровел? Да он заболел снова, потому что сделал под кондиционер, трэш. Я ему говорила, выключай, выключай. А он, нет. И в итоге что? Поехали сюда в больницу. Походу, мне от такого отдыха еще нужно будет отдыхать. Я хочу, знаете, куда съездить? В Казань. Хочу поехать в Казань. Ну и потусоваться там, что. На своем молодежном. Привет, Ян, я с тобой пиво в сквере пью. Саш, давай подключайся, прямой эфир. Кидай запрос мне, поболтаем. У меня как раз там мало процентов, но я сейчас скажу, если что, за зарядкой. Короче, подключайся, если ты смотришь меня. У меня козел темный, а у тебя? Давай, это самое. Какая закуска к рыбке? К рыбке, может, пиво? Я, кстати, без закуски пью. А закусывать надо было, знаете, как говорят. А я не закусываю, я так пью. А что, все? Саш, давай, где ты? Что образование у тебя? А где? Где у меня это? Привет, я. А почему? О!
Привет тебе. Привет, привет. О, у тебя объем побольше. У меня баллон целый. А тебе как слышно? Стой, давай. У меня... Что, как дела? Да подожди, в курсе-то, что это самое? Может... У меня один наушник, давай второй. Я думаю, мне это... Что, на давай, лучше, давай. Не лучше? Тусуешься на деньги родителей, тусуешься на деньги твоих... Я вообще эскортница, ребята. Я матерчинница, пьяница, куришь, эскортница. Я эскортница. Как? Я вообще алкашка, матерчинница, эскортница и, блин, ну трэш. Я самая лучшая, понимаете? Самая обсуждаемая девушка на этой... Ян, была обсуждаемая, так и осталась, да? Да трэш. Ничего не меняется, когда идут обсуждения остаются. Что, как у тебя там дела? Мне приятно. Когда в Москву? Ну что, рассказывай сейчас, как твои дела? Да что я делаю? Гуляю, отдыхаю, погода пасмурная. Вон. Скучно. Не поверишь, но то же самое. Я гуляю. Ну такие юга, дома. Знаешь, и заняться нечем. Да, думаю, сегодня в клуб схожу, может, не знаю. Сейчас думаю. Ну, блин. А то пиво... Подожди, стоп. Вот, сейчас я там не был, даже вот не знаю. Стоп, стоп, а мне шконка будет? Не знаю, сюда. А шконка будет? Шконка будет? А? Спать. Что лежак. Спал? Да, лежак. У нас здесь нет лежаков на пляже. Ну, тоже пойдет. Спать на раскладушке. Да, подожди, слушай, смотри, реально, подожди, стоп, сегодня еще среда. Смотри, знаете, ну, какие-то есть места, можно пойти потусоваться. Приезжай, короче, на выходные. Пятница, надо подумать. У меня, в принципе, дел никаких нет, может, можно. Надо подумать, короче, сейчас. А ой, что вы про Сочи? Вы что-то про Сочи, слушай, ты про Сочи говорила, что вы не поедете в Сочи? Я не знаю, я говорила Максиму, но у меня что-то его голосовые не открылись, но он что-то зачитал сейчас, если не его успелось прочитать, короче. Я не знаю, да, я да, 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 да. На ВКПС. А ВКПС я так почитала, там какие-то... Там, честно, я, честно, там ни разу не был, но я даже не знаю, что там вообще, какие будут. Что-то. С Яной, да? Хрень, они. Там что-то Максим, диджей, смеш, хлеб, вообще, разрыв, все. Ян, в Сочи, я могу Ян, на телефоне Ян. Ну, типа, ради них, ну, здесь фестивальный есть, даже... он любые звезды поют, пошел в сквере, мы сидим, Билана слушает, а концерт Билана, так, мы к 8 идем, Билана слушает. А я видела, тут сейчас будет дискотека 90-х, там, вон, там все, причем, собираются, все пляшут, танцуют. Подожди, ну а что, ты в топ-сет не был? Где в топ-сет? На электричку сел, а мы тебя встретили. Так идея неплохая. До какого ты в топ-сет будешь? Еще не решила? А, еще нормально, слушай. Ну что ты? Ну нет, я решила. Короче, я уезжаю в начале. Еще порядком, нормально. О, Янка. Подожди, нормально. Так ты приезжаешь на эти выйти, смотри, эти выйти. Мы идем тусоваться в пятницу. Ну, то есть я там, ну, короче, вот если приедешь, мы идем тусоваться, вот. О, Макс, а где, привет, где? Сейчас узнаем. Давай, присоединился. Максу такое рассказали. Это мне прям вот это странное. Короче, я не вижу, где Макс вообще. Ну что, привет, Максим, Короче, Максим, ты мне писал сообщение, вот буквально там сегодня, да? Но я Макс, Янка тебя сообщение. Игнорит, она сказала, что... Янка сказала, что... Янка говорит, что я не хочу с Максом, не буду отвечать на голосовые, говорит. Короче, она тебя игнорит. Ян, ты в ту сторону, я в ту. Давай.
Максим, Саша ко мне собирается, к нам сюда, с Татьяной, с Башкой, приехать. Чё, где Татьяна там гуляет? Одна? Да гуляет. Господи, такие эфиры записывала, эти сторисы, не слушай, Ян, Стенель. Там ржака была, лежит такая на скамейке. Легла такая, лежит вот так. Вот так. Да ты записывала, как Нинель лежала на скамейке. А, Нинель, я подумала. Не-не-не, весело было тоже. Короче. Они говорят, они поняли друг друга. Что-то Макс притих. Так, что там? Что-то, слушай, там загорело нормально уже. Вась. Я вообще, мне всегда что-то уже все уже. Да, да, что я делаю? Буду. Ну как тебе? Да, а делаю, ты что? Ну я так не сказала. Вы хрипите. Сам ты хрипишь. Я так не сказала бы, Саш. Скажи, стресс, надо загорать. Макс, а ты в Крым, Макс, в Крыму сидишь, как там, как Татьяна говорит, Костюк болотный. У вас там связь не ловит, ВПН нет. До вас ВПН не доходит там. Ян, короче, скучно вообще, не знаю, куда пойти, что поделать, уже сил нет. Подожди, пока ты пьешь пиво. Время тик-так. Ты видишь птичку на 9 часов, я тебя встречу сейчас. Приезжай сегодня. Выпью, Саш. Давай я тебе. Я вас пойду другу навстречу. Прям... Другие типа друг друга неправильно поняли, если сюда я сюда приехала. Я на Сочи, блядь, Сань, ты где? Нет, смотри, ты заболтал мне, а если реально, вот сел да приехал. Я даже не знаю, часа, правда, сколько по времени, что-то честно, даже не... Там что, Лао Лазаревская топция, да? Да тебе знаешь, по времени, вот спишь, сегодня время 7. Ян, все закончилось, надо идти. Куда пойдешь сейчас? Вот, подожди. Я на Ленине. Ян, перелей мне чуть-чуть. Вы что, на лобнул, что ли? Бутылочку. У тебя, блядь, это хера будет. Ты одна не лопнешь, а? Давай переливай быстро. Давай. Да в смысле не лопнешь? Я эту бутылку пью 2 недели. Я пошли в лес. Покупи. Блин, давай. Я уже забыла, кстати, вообще. Блин, ну на этом лесу мне закончилось мое курение, на самом деле. Ой, ты там курила, ты не курила. Палочка. Там темы не хотелось обсуждать насущные. Куда пойдем в лес? Когда темы не хотелось насущные обсуждать. Татьяна, сколько мест написал? Ян, ты пыталась там.
Алло, Ян, Яна, Ян, Ян, Ян. Янелла, куда ты там попала? Алло. А я здесь. Ты дома находишься? Ну. Да. Ты дома? Да, сейчас слышу.